Здравствуйте, в эфире Курзамское телевидение с новостями Вентспилса, в студии Ирина Курганова. Визита представителей Министерства окружающей среды и регионального развития Вентспилс ждали долго, так как вопросов к этой государственной структуре накопилось у местного самоуправления довольно много. Несколько раз приезд ответственных за среду официальных лиц переносился, и только после того, как прошли выборы в самоуправление, они нашли дорогу сюда, поскольку теперь не нужно добавлять предвыборных страстей в конструктивный диалог. Наконец-то сейчас никто и ничто не смогло помешать этому разговору. Наконец-то, заманив к себе птицу высокого полета, а именно секретаря Министерства окружающей среды и регионального развития Александра Антонова, мужи города закрылись с гостем за дубовыми дверями, чтобы в конце концов задать все возможные вопросы и высказать все имеющиеся претензии и пожелания. Для начала прояснить сакраментальный вопрос, а в чьих же собственных интересах работает Министерство среды. На сегодняшний день проблем в городе всего 4. Количество небольшое, масштаб куда серьезней. 4 предприятия города, работа которой уж очень сильно видна жителям города. От рыбоконсервного комбината временами густо валит едкий дым, то в сторону пляжа, то в сторону города. Запах рыбы чувствуется на пляже. Неприятно, но мы привыкли. А туристам наверняка не нравится. В Приморском парке иногда попахивает. Это не так страшно. Запах естественный и не такой уж противный. Раза 3 в месяц запах ощущается. А на пляже летом, например, рыба не воняет? Ну вот возле пляжа, да. Возле пляжа больше. Это чувствуется? Это чувствуется, да. А как вам кажется, есть какое-то решение, что-то можно делать, чтобы не воняло на пляже, где туристы? Ну не знаю, вводить какие-то квоты для предприятий. Пускай вот они за этот воздух загрязнен и платят больше. Решение проблемы нашли нынешние владельцы комбината. Они снова поставили на ноги это предприятие, заплатив большой долг, тем самым спасли его от неплатежеспособности, и нашли деньги на установку более высокой трубы. Ее установили буквально за несколько дней до приезда представителя Министерства среды. И это только первый этап решения проблемы. Он обошелся предприятию в 75 тысяч латов. Труба поможет снизить 30-40%, да, во-первых, что будет больше, как сказать, дорога рассеивания, да, смешивания с воздухом, да, но мы все равно планируем делать второй этап, чтобы его очищать чем можно больше. Это начало разрешения проблемы. Планируется и второй этап, более дорогостоящий и гораздо эффективней. Около 500 000 евро на осуществление задуманного для предприятия непосильная ноша. Поэтому владельцы планируют заручиться поддержкой разных фондов. Второй этап предусмотрится уже очистка дыма. Да, это значит, первое это очищается механически, а потом это все сжигается. И в принципе выходит теплый дым. Но он очищается, как доказали анализы, до 85%. Мы еще также ждем заключения от СИА Экодома, да, который является как эксперт в этой отрасли. Да. Ну, они пока говорят, что это все как бы видно, что будет нормально. Едкий запах дыма в городе временами сменяется куда более неприятным для жителей химическим запахом. Установка рекуперации паров нефтепродуктов на тех причалах, где проходит перегрузка, было бы единственным на сегодняшний день решением проблемы. У одного предприятия эта установка есть, например, на Вентаманьяк-сервис, а у другого до сих пор нет, например, Вентспилс-нафтотерминал. И хотя временами предприятие выражает готовность установить оборудование, пока что ВОЗ и ныне там. Сегодняшние нормативные акты не налагают обязательств по установке оборудования по сбору паров. Поэтому мы об этом говорили ранее. Это обещал исправить господин Спиридонов, когда он был здесь, 30 ноября прошлого года. Он заместитель Антонова, чиновник, конкретно дал ответ. Но по имеющейся у меня информации, ничего вперед не продвинулось. А у нас заставить коммерсантов вот так просто уговорами не получится. Они скажут, нет такого требования. Мы ничего не нарушили, и все. В этом вопросе есть существенное расхождение во взглядах представителя Министерства среды с представителями самоуправления, уже не один год занимающихся решением этой проблемы. Господин Антонов не видит здесь несовершенства нормативной базы. Помимо закона есть нормативные акты, утвержденные правительством, которые предусматривают, что необходимо сделать тем, кто хочет перегружать нефтепродукты. Надо написать заявление в Государственную службу среды, и в этом заявлении необходимо описать, что собираются сделать, чтобы вред окружающей среде не наносился, либо был минимальным. И на базе заявления служба среды решает, разрешить эту деятельность или нет. А в данном случае, по-моему, предприниматель сам не исполняет свои обещания. Нам надо констатировать, так это или нет. И тогда необходимо заставить исполнить свои обещания, либо договориться о плане, какие действия
которые предприниматель предложит, чтобы прекратить наносить вред окружающей среде. Зерновой терминал, согласно жалобам жителей, не только пылит, но и шумит. Самоуправление указало в ходе встречи, что никакого контроля за уровнем шума не ведется. Венспилсское региональное отделение государственной службы среды можно упрекнуть в недостаточном контроле за соблюдением тех условий, согласно которым предприятие получило разрешение на деятельность. Сейчас предусмотрена герметичная перевалка зерна, то есть когда накрывают брезентом трюм. Если предприятие это не может делать, потому что видите ли, разного рода суда, и это сделать невозможно, но ведь жители это не интересует. В разрешении на деятельность было обещание соблюдать условия. Значит, надо исполнять. Есть требования, которые сам предприниматель обещал исполнить, прежде чем получить разрешение. Наша задача убедиться, как они исполняются. Либо, как здесь, на рыбоконсервном заводе, выполнить все требования невозможно сразу, но есть план, как этого добиться. Это наша задача – говорить с предпринимателями и договариваться, чтобы они сразу исправляли, либо предоставляли план. Сам факт, что коллегам в самоуправлении кажется, что имеются нарушения, а моим подчиненным так не кажется, здесь надо проверить. Нет смысла спорить, да или нет. Это не конструктивно. Конструктивно было бы вместе работать, мотивировать предпринимателей правильными методами и стараться прекратить наносить вред окружающей среде. Возможно, скоро отпадет и еще одна проблема венспилсчан – угольная пыль, летящая со стороны Венспилсского торгового порта. Положительным примером в местном самоуправлении называют предприятие Baltic Coal Terminal, которое работает в закрытом терминале. Это конкретный пример. Весь процесс производства закрыт, и Венспилсский торговый порт может этому учиться. Надеемся на то, что постепенно перегрузка ВТУ уменьшится и перейдет на территорию Baltic Coal Terminal. Там одни и те же владельцы. Понятно, что мы не можем на это повлиять, это коммерческая деятельность. Мы можем только надеяться, что обещание будет исполнено. В планах большую часть груза ВТО перенаправить в закрытый терминал, принадлежащий Baltic Coal Terminal. Сейчас здесь идет реконструкция, которая позволит в будущем загружать несколько судов одновременно. Тем самым возрастет объем перевалки до 10 миллионов тонн в год. Новые возможности закрытого угольного терминала позволят постепенно сократить перегрузку на открытом. Сам же открытый терминал не останется без работы. В связи с тем, что Россия вошла во Всемирную торговую организацию, есть надежда, что во второй половине года выровняются железнодорожные тарифы, и, возможно, в Венспилсский порт вернется перегрузка металла. В свое время его перегружали миллионами тонн. Это могло бы стать основным грузом ВТО. Но все в руках предпринимателей. Большие упреки в адрес местного регионального отделения Государственной службы среды прозвучало от представителей Думы. Они упорно не видят пыль на подоконниках жителей. Говорят, что запахом свойственно раздражать людей, даже запаху шоколада, и не видит здесь большого вреда. Во всем обещал разобраться тот, на кого возложили большие надежды. За этот год, что я работаю в Министерстве среды, я уже много чего привел в порядок, но много работы впереди, в том числе и здесь. Историческое наследие мне надо осмыслить, ну и не надо ждать от меня чудес, что все проблемы окружающей среды Латвии разрешатся за полчаса. Но не надейтесь, что все останется по-прежнему. Ирина Курганова, Инза Жоцинш, Курзамское телевидение. Шаг за шагом продвигаются масштабные работы по реконструкции Венспилсского техникума. Строители приступили к сносу старых зданий. Работы по реконструкции проводит фирма УПБ. Первое движение ковша послужило началом сноса старого здания. Демонтаж начался. А посему можно сказать, что приближается тот день, когда будет готово новое здание. Параллельно с тем учебный процесс продолжается. Молодежь, которая в этом году закончит учебу, готовится к квалификационным экзаменам. В старом корпусе продолжаются занятия. В свою очередь, практикуются молодые ребята в комбинате благоустройства и на Венспилсском сварочном заводе. Так что занятия проходят параллельно строительству. Фактически, дарбы весь параллельно тек. Работы идут по плану. До конца июня должны снести старые здания. Демонтаж идет одновременно с уборкой строймусора. Малогабаритный строительный мусор вывозится на лыжную гору Лемберга-Хуте, крупногабаритный – на перерабатывающую площадку в Мауре. Студенты с преподавателями расконцентрировались по городу. Занятия проходят в 6-й средней школе. В комбинате по благоустройству учатся будущие металлообработчики. Автотехники практикуются и учатся на сварочном заводе. Повара и кондитеры переместились в кафе служебной гостиницы –
а специалисты по гостиничному бизнесу проходят практику в гостинице Олимпийского центра. Реконструкция техникума должна закончиться к сентябрю следующего года. Ирина Курганова, Инс Жодзинч, Курзамское телевидение. В субботу 8 июня на Венспилском пляже в 15-й раз поднимут синий флаг. В 12 часов на территории пляжа состоится церемония поднятия флага, во время которой присутствующих игрой на коклы порадует Лайма Янсоне. Участие в мероприятии примет также молодежный театр «Фокус» и «Скулдыги». 15 лет назад именно Венспилский пляж стал первым среди балтийских стран, которому было присвоено право поднять синий флаг – символ чистоты и ухоженности окружающей среды. Венспилская высшая школа основана в 1997 году. 20 мая текущего года Венспилский вуз зарегистрирован в регистре научных учреждений, что свидетельствует о выполнении установленных государством критериев для получения статуса научного учреждения. Данная регистрация не только удостоверяет статус Венспилского вуза, но и обеспечивает широкие возможности привлечения софинансирования Европейского союза, чтобы продолжить совершенствование научной инфраструктуры, осуществление исследований, обмен опытом. Мы стараемся показать Венспилскую высшую школу как сильный научно-исследовательский институт. И во-вторых, надо отметить, что мы концентрируем все ресурсы и развиваем сотрудничество между факультетами. Это на пользу Венспилской высшей школе. Будет формироваться имидж вуза за рубежом, как международной высшей школы, а возможно в будущем и университета. Не менее половины академического персонала вуза имеют ученую степень доктора наук. Венспилской высшей школой постоянно издаются научные статьи. Тем не менее, прежде чем обрести новый статус, вуз проделал длинный путь. Путь был непростым, потому что это новое требование для высшей школы. Нам надо было показать, что мы достигли высокого уровня, что у нас ведется научная работа на высококачественном уровне, что у нас есть ученые докторской степени, что публикуются научные работы, что привлечено финансирование. И по всем перечисленным критериям мы смогли показать, что мы выросли. В настоящее время Венспилская высшая школа работает без ректора. Его обязанности исполняет Айгарс Краузе. Нам сложно. Ректор Янис Эглетис очень энергично влился в работу вуза. И за пару лет, которые он успел поруководить высшей школой, успел сделать немало. В данной ситуации у нас меняется не только ректор, место которого сейчас вакантно, но поменяется часть проректоров. Вся ситуация в целом для нас нелегкая. Ректор избирается сроком на 5 лет. Одно из главных условий для претендентов – наличие звания профессора или степени доктора наук. Сейчас объявлен конкурс. Пройдет примерно 2 месяца, пока мы примем все документы, пока претенденты познакомятся с вузом и коллективом. И только потом пройдут сами выборы. И думаю, до конца августа ректор будет избран. Дальнейшие планы и задачи Венспилской высшей школы – не только предоставление качественного образования студентам, но и, принимая во внимание новый статус, проведение научных изысканий на высоком качественном уровне. Юлия Костенко, Кристо Приеде, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. В замке Ливонского ордена в эти выходные состоится ежегодный рыцарский турнир, участие в котором примут 6 клубов. Особую средневековую атмосферу создаст группа старинной музыки «Дракула». В субботу 8 июня в 13 часов во дворе замка начнется турнир «Лилиум Виндавенсис» 2013, где рыцари продемонстрируют вооружение и приемы борьбы 14 и 15 веков. В субботу посетители смогут не только понаблюдать за участниками турнира, но и сами изготовить мечи, стрелы или создать свой флаг. Около 16:30 состоится бугурт – общее сражение в сопровождении группы «Дракула». В воскресенье в 13 часов начнется турнир лучников, а около 14 воины сразятся в бугурте и других боях, которые пройдут до 16 часов. Посетители смогут изготовить оловянное украшение и понаблюдать за рыцарями на террасе замка. В
Центр поддержки детей и подростков «Нацлыдзе» хорошо известен в городе. 16 лет отделения центра работали и в Левобережье, и в Парвенте. Приход лета центр встречает в совсем новом формате. Но 1 июня майнас покалпуем снедзейс пат организации. С 1 июня сменился поставщик услуги, а сама организация «Нацлыдзе» продолжает существовать. Только она немного сменила сферу своей деятельности. А функции дневного центра переняла новая организация, которая основана в апреле. Она получила статус общественной организации и приступила к работе. Новая организация называется «Мультифункциональный центр для семей, детей, подростков». И общество «Спекугунс». Мартин Ширвай, один из основателей новой организации, детям, посещающим центр, совсем не чужой. Около 3 лет назад началось сотрудничество «Нацлыдзе» с венспилскими яунсаргами. И за это время прошло немало совместных мероприятий, часть из которых намерены повторить и этим летом. Яунсаргус. Совместная работа с яунсаргами продолжается. Вы, наверное, слышали про такой проект, как «Штабик», который осуществлялся прошлым летом. В этом году, 12 и 19 июля, яунсарги приедут в центр и 2 часа будут показывать детям, как готовить еду на костре, как ставить палатку и другие вещи, которые яунсарги хорошо умеют и могут научить детей, посещающих центр. В качестве добровольных помощников в центр пришли работать новые люди, молодые, хорошо образованные. Когда мы на собрании решили, что больше не будем предоставлять услуги, тогда возникла мысль, что работу нужно продолжать в другом формате. У меня появилась идея создать новую организацию в Нацлыдзе. Меня поддержали. И вот новая организация уже есть. Ее создали люди, которые хотят работать с детьми, подростками. И мы хотим работу делать немного по-другому, нежели до сих пор было в центре. Мы только начали работать. Пока настроим. Датце Баумене, Ласма Белова и я. Есть еще люди, которые пока не приняты, но они поддерживают нас, и таких немало. Продолжится реализация хорошо зарекомендовавших себя проектов, таких как, например, тематическая неделя и игра «Сам за свои деньги». Есть еще один проект – консультационные услуги семьям. Будем организовывать семейный слет, чтобы люди могли провести время всей семьей. Поменялось наше лого и название. В первую очередь мы хотим призвать молодых людей в добровольные помощники, чтобы они могли передать свой опыт детям. Ведь молодые лучше поймут друг друга, нежели 50-летние и люди предпенсионного возраста. Это во-первых. А во-вторых, наша задача – укрепление семейных ценностей. Родителей тоже вовлечь в наше мероприятие, чтобы они знали, чем их дети занимаются. Венспилское самоуправление покупало услуги у Нацлыдзе, а впредь будет покупать у «Спекугунс». Юлия Костенко, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. В людном месте, почти в центре Парвенты, на протяжении нескольких недель грабят и рушат новостройку. Равнодушно наблюдая, жители проходят мимо, потому что эта беда их не касается. В новом доме еще недавно жила семья, которая оставила прежнее место из-за того, что не смогла справиться с долгами. Тревожный сигнал поступил в полицию и нам на телевидение. Больше всего изумляет не факт вандализма, а насколько равнодушно к этому отнеслись соседи и прохожие. Подробности в сюжете. Красивый двухэтажный дом в районе частных застроек издалека привлекает к себе внимание. Яркий и совсем недавно построен. Ирина, живущая на соседней улице, как-то раз проезжая мимо, заметила, что дом не заперт, там никто не живет, и в нем изрядно поработали вандалы. К тому же соседи, с которыми удалось поговорить Ирине, замечали и воров, которые выносили ламинат батареи из незапертого дома. Даже входную дверь сняли. Через пустой проем в дом прошли и мы. Я вообще здесь никогда и не была. Я говорю, вот ехала мимо кинуть газету. А когда увидела, что двери приоткрыты, и тут вот как бы мусор, еще проехала по соседям, спросила. Они говорят, да-да-да, его разграбляют. Я говорю, как разграбляют? На следующий день еще раз специально поехала, дверей уже нету. Ну тогда, ну я не знаю, взяла, сняла трубку, позвонила в полицию на всякий случай. Говорю, вы знаете, вот такое дело, развозила газеты рекламные, и там дом просто грабят. Очень шокировала. Просто как-то, я тоже живу в частном доме. Вроде есть соседи, посмотрите, хорошие дома, как бы рядом, напротив, там же собаки. Даже если ночью происходит, они же все-таки собаки лают. Ну я так, ну не знаю, я так думаю.
Вы знаете, что кто-то здесь жил прежде, да? Ну да, где-то год назад примерно я тут по этой улице тоже ехала и видела, что красивый дом, наверху дети, ну в доме жили. Очень красиво. Он быстро довольно построился, ничего не было. Раз дом такой красивый, любовались прямо им. Разбитые стены, потолки, окна, камин, лестница, кафель. Смотреть спокойно на такую картину трудно. Вандалы и воры здесь гостили не один день. Но Ирина, забившую тревогу, шокировала другое. Почему никто из соседей не вызвал полицию? Это сделала она, когда в доме уже хорошо поработали вандалы. Окна соседских домов действительно выходят прямо на этот дом. К тому же мимо этого дома в день проходит большое количество человек. Идут доктора, идут магазины. Скажите, пожалуйста, вы часто, да, проходите по этой вот дороге, наверное, к вам в центр? Ну, почти, да. Да? Скажите, а вот замечали вот этот вот дом? А вот не смотрела никогда. Никогда не смотрели. Что там, не живут? Не живут, и да? Даже уже, посмотрите, как он изнутри-то уже сломан. Уже сломали, ну вот, видишь, нет, я не знакома с этими, да. Ну, иду, думаю, дом хороший, а я и даже не обращала внимания, чтобы такое, да. Да, не обращала внимания. Значит, кто-то уже хулиганит там. У меня здесь это, как его, семейный врач. Семейный врач, да? Ну, по этой дороге прогуливаете, да, ну. Часто? Скажите, а вот замечали, что с домом такое происходит? А у меня друг здесь жил. Расскажите, а что случилось-то? А, не знаю, да, банк забрал. И они сразу уехали? Ну, уехали, за границей живут. Вся семья уехала за границу? Да, все. Да, а дом перешел банку, и сейчас приходит такое заявление. А я так и не знаю, откуда. Наверное, в банк, он кредит набрал. А сами не пробовали позвонить в полицию, рассказать, что дом-то разламывается? А мне это Дуна. То есть не звонили? Нет, вот же соседи, вот. А соседей застать не удалось и нам. Через забор навстречу выбежала только собака. Этот дом от непрошенных гостей она охраняет хорошо. За забором территория не ее. Первый звонок в полицию поступил от Ирины. И на место для выяснения обстоятельств сразу же выехал патруль полиции самоуправления. Констатировали, что, значит, дом не обжитый, да, и есть уже значительный ущерб сделан, да. И, конечно, мы по этому поводу, поскольку никого там не встретили, да, мы начали интересоваться, кому принадлежит имущество, да. Ну и вместе с БАИ, да, БУ-инспекцией, да, ну, мы решили, что, как говорится, БУ-инспекция будет заниматься уже дальше этим имуществом, чтобы его, соответственно, правилам, которые в городе утверждены, да, это имущество было, как говорится, приведено в порядок более-менее. Да. В административно-строительной инспекции нам объяснили, что владелец дома еще несколько лет назад заложил имущество в банках. Принимая во внимание то, что он не смог рассчитаться по кредитам, банк обратился в суд с просьбой о взыскании, которая была удовлетворена, и процесс был передан судебным исполнителям. Банк подал заявление в суд, рассмотрел этот вопрос, и банк перенял имущество на свое имя. Но проблема в том, что новый собственник, банк, не занес имущество в земельную книгу. И, как мы видим, ни старый собственник за имуществом не следит, ни новый. На данный момент заказана оценка этого дома с целью продать его на аукционе. В случае, если имущество не удастся продать, тогда эту недвижимость на свое имя в земельной книге зарегистрирует банк. Еще в марте этого года работники инспекции, проверяя дворы домов на предмет ухоженности, сделали письменное замечание владельцу дома, чтобы он привел свой двор в порядок. На тот момент дом стоял закрытым, без следов проникновения вандалов. Сегодня, по неофициальным подсчетам, дому уже нанесен ущерб примерно в 10 тысяч латов. Мы сейчас делали ремонт, все настолько дорого. Ну вот лестница вот эта вот поломанная, но она 1003 латов стоит, если не больше. Может быть, это дерево какое-то специальное. Ну камин, вот мы делали камин, да, только топка стоит, хорошая топка 600 лат стоит. Только топка. А к топке труба, это, наверное, камин 1003, если не 5 стоил. Очень дорого. Конечно, окладка, смотря, если мрамором, ну тут видно, что дом такой, как бы, ну люди с любовью делали, видно, что делали для себя. До тех пор, пока в этот дом будет свободный доступ желающим что-то украсть, цена имущества будет неуклонно снижаться. В убытке будут все. Лицо, взявшее кредит в банк, когда банк продаст имущество, получит меньше, чем могло бы, а остаток задолженности будет больше. Ситуация, в которую попали и фактически владелец, и будущее, незавидная. Для человека, который первый подал сигнал в полицию, шоком стало равнодушие идущих мимо и соседей, которые не могли не замечать происходящее.
Позвонить в полицию, в государственную или муниципальную, хоть анонимно, невеликий труд. Если позвонить в тот момент, когда происходят противоправные действия, неважно куда, в государственную полицию или в полицию самоуправления, они на месте определят, что это, кража или хулиганство, либо что-то еще. Возможно, не будет сразу начат уголовный процесс, но лиц, которые выносят из дома вещи, проверят, возьмут у них объяснение, почему они выносят вещи, возможно, владелец им поручил. Все выясняется на месте. Заявление в полицию от пострадавшего лица не всегда необходимо, чтобы стражи порядка начали выяснять обстоятельства произошедшего. Если соседи видят, что разбили окно и проникли в дом, то мы можем начать уголовный процесс уже по одному только сообщению. И пострадавшей стороне не надо обращаться в полицию. Возможно, в момент преступления пострадавшие находятся за границей. Главное, очевидцам не надо бояться сообщать в полицию. Никто не будет вас сразу допрашивать, тащить в суд. Можно позвонить и сообщить анонимно. Или нам, или в полицию самоуправления. Просим жителей, да, чтобы, видев какие-то неполадки или такие необычные ситуации, да, которые может быть где-то на закононарушение, да, вот, чтобы звонили в полицию, да, по телефону 636-808-08, да, и информировали. Потому что это очень важно. Полиция работает, и полицейские есть столько, сколько есть, да, а все-таки жители нам гораздо больше, и они гораздо больше замечают и видят, что происходит в городе. Ну и, конечно, это где-то в каком-то мере патриотизм города, да, это где-то беспокойство о себе, о других, да, информируя полицию, непосредственно видя что-то такое подозрительное. За совершенную кражу с проникновением лишиться свободы можно сроком до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой. Если объем награбленного будет оценен как в крупных размерах, то за решеткой можно оказаться сроком на все 10 лет. Ирина Курганова, Инс Жодзинч, Курзамское телевидение. С 7 по 10 июня в Балтийском море проходят международные военно-морские учения «Балтопс-2013», в маневрах которого задействованы 35 военных кораблей из 13 стран мира. На территории Венспилского порта запланировано проведение береговой фазы учений, в которой примут участие 8 военных кораблей участников программы «Партнерские отношения ради мира». 8 июня с 13.00 до 16.00 и 9 июня с 11.00 до 14.00 на набережной напротив замка Ливонского ордена каждый желающий сможет осмотреть 5 военных кораблей, а также 8 июня в 14.00 на набережной и 9 июня в 13.00 на площади Дзирнову. Вниманию венспилчан предлагается концерт духовой музыки в исполнении оркестра «Топсайд» из США и квартета саксофонистов Национальных вооруженных сил. Восьмого июня в 18.00 в Парвинской библиотеке состоится традиционный благотворительный концерт в рамках Международного дня защиты детей. В концерте примут участие Лаура и Николь Бобрицкие, Мария Морозова, Артур Крахмалев, Алекс Лапса, Валерия Чувизова, Олеся Козловская, Юрий Саксаганский, Никита Семенова, Вячеслав Загорулько, коллектив Елены Смирновой и танцевальная группа «Dance of Soul». Собранные в ходе концерта средства будут переданы Венспилскому центру поддержки детей с ограниченными возможностями «Цимдинч». Информационная поддержка – Курзамское телевидение. Это были все новости на сегодня. До новых встреч!